продовжимо програму «Новий день» на телеканалі «Миколаїв». У нас тут цілий хор зібрався, вже розучують колядки та щедрівки. Поки хор наш налаштовується, а ми знайомимося із нашими гостями. Отже, сьогодні у нашій студії миколаївські кінологи, ветеринарний лікар і взагалі досвідчені І вихованці, я б хотіла сказати. Так, отже, представляю, Олена Троян, голова Миколаївської обласної кінологічної організації «ТРОН», ветеринарний лікар Дмитро Шаловінський, Анна Козаченко, власниця йоркширського тер'єра, і Лариса Бояринцева, власниця ось таких алабайчиків, маленьких, але будуть великими. Доброго ранку. Служебних. Ось у такій компанії ми зібралися для того, щоб поговорити, як відзначати новорічні свята разом із своїми домашніми улюбленцями, щоб ці свята були безпечними для тварин і щоб принесли радість їх господарям. Так? Важлива тема? Дуже важлива. Дуже важлива тема, особливо перед праздником. Вот. Нам всем надо собраться и не забывать, что у нас есть питомцы, потому как мы немного забываем в такие праздники за то, что за ними надо смотреть, за ними их надо правильно выгуливать. Более тщательно. А давайте спочатку познайомимо наших глядачів з тими, кого ви приручили. У нас сейчас на данный момент среднеазиатская овчарка. Алабай, туркменский волкодав. Это звучит гордо. Да. А погладить можно? Да, пожалуйста. Пухнастый, ведмежатко такое маленькое. Очень боятся этих собак, большие, грозные. Uh-huh. Ну, фактически, чистые крови и правильное воспитание. И собака очень хороший друг для семьи, для детей. И охоронец. Самое главное, что это хорошая охрана во дворе. Так, Олена Михайловна, представляйте. Это русская псовая борзая, очень сейчас редкая порода. Его зовут Фартовый, вот ему 2 годика. Очень хитрый, ласковый. Вот. Но уже начинает проявлять характер к братьям своим меньшим, потому что все-таки это охотничья собака. Зрозуміло. Дмитро, у вас на руках, я ну, так это тоже среднеазиатская овчарка, это из этого помета, из 3 медвежат, 3 медвежат, так что это наш, братья и сестры. Это наш ветеринарный доктор с клиники Бордовского. Ветеринарный центр Лорд. Да. Так. Вот, йоркширский терьер Чарлиз, декоративная собачка, очень хороший друг для деток. Всеизвестная ну и... собачка Йорк. Ну і вона, кстати, хоч і маленька, але вона дуже сміла. У вас уже є досвід відзначення новорічних свят із своїм домашнім? У неї перший буде Новий рік, у її папи вже 3-й. Тобто ви готові до свята? Да. Яких небезпек ви чекаєте і чого прагнете уникнути в ці святкові дні? Ну, дуже боїмося фейерверків і реакції на них, як і будуть. Вот именно у неї наш папа приучений, вона ще поки не дуже. Але фейерверки – це не єдина небезпека, яка читує на власників домашніх тварин і власниць цих тваринок. Хто вже може розповісти? Давайте, наверное, я більше і розкажу по цьому поводу, тому що більше все-таки в частності нам приходиться рішати ці питання на Новий рік на і після Нового року. Животні як можуть пострадати психологічно, так і ще, к сожалению, в очень частых случаях бывает очень много кормовых отравлений. Может быть варианты с поеданием инородного тела, то есть доходит до хирургических вмешательств. Хозяева должны быть максимум внимательны. Если животное в плане психологической нагрузки не выдерживает какие-то любые стресс-факторы, позаботиться о том, чтобы уже заранее животное посидело, может, на каких-то легких транквилизаторах или на травках, есть даже препараты на травках со вкусом мяса, уже насколько уже есть и такое. Зашились. Да, уже изучаются производители как угодно препаратов. Тобто спочатку попеклуватися про психику. Заранее, да, за недельку перед тем, как начинаются все вопросы, есть препараты, в принципе, все ветеринары их знают, там никакого секрета нету, и они везде доступны, эти препараты, они на травах.
Не обязательно участвовать там какими-то серьезными баловаться вещами. Если, конечно, у собака неадекватная, она ведет себя агрессивно при наличии многих людей или при наличии шумных, тогда, конечно, советую обратиться до своего ветеринара, чтобы позаботиться и запастись какими-то транквилизаторами или фенобарбиталами, чтобы на ближайшее будущее в процессе праздника не было бы никаких вопросов. Отже, гучні веселощі, фейерверки, хлопушки – це все може причинити розлад психіки і тварини, налякати її. Да, були случаи, даже когда самі животные травмировали своих хозяев. Что коты, что собаки, что другие там присмыкающиеся, это очень часто бывает. По-друге, тваринка может просто злякатися и утекти. Может, есть и такие случаи. Да, не вот у нас как раз Анечка, представитель Феникса, вот, она может тоже рассказать, сколько они там отлавливают потом. Ну, в том году был очень известный случай, между двух домов застряла собака после Нового года. Ее МЧСники доставали с перепугу именно вот в новогоднюю ночь. Что можно порадить глядачам, чтобы уникнуть подобных проблем? Нужно приучать собак своих к петардам, к фейерверкам, к хлопушкам, вот, на пакетах. Приучать с детства нужно, чтобы они не пугались будущим этого всего. Называется социализация животного в нашем мире. Ну и выгуливать на поводке. Да, только на поводке. И адресник обязательно. Да, и желательно обзавестись, ну, чтобы не игнорировать намордники, потому что очень много отходов. Вот, дворняги их могут растаскать, но дворняги, они как-то более социализированы к отходам испорченным. Вот, а наши домашние животные, конечно, потом застревают все в ветеринарных клиниках. Вот, даже надо опасаться дождики. Дождики – это любимое дело. И установить тяжело. Да, и дождики, игрушки, вот, то есть все это пластмассовые вилки. Отже, харчові отруєння. И не только харчи, мы мягко перешли проблемы. То, что я вам говорил изначально, на отравление и на инородное тело. Но первое-наперво что? Если вы увидели, что у вас с вашим животным что-то не в порядке, это обязательно ни в коем случае в тот день не кормить. И первое-наперво, если есть какие-то возможности, использовать сорбенты. Любые сорбенты, не, кроме активированного угля. Это, к сожалению, на животных не проходит, потому что мы... Люди вертикально стоячие, они горизонтально ходячие. Активированный уголь у них, к сожалению, плохо проходит. А энтеросгель, фосфолюгель – это первое-наперво, что должно лежать в аптечке. У каждого, кто владеет животным, ну и для себя тоже однозначно. Але власники домашних тварин вважают их все ж таки членами своей родины и прагнут на свято сделать им подарунки. Як вы, Ларисо, будете радовать ось цих діточок? Ну, особо я не буду стол им делать более новогодним, чем всегда, потому что самое главное не накормить на Новый год салатиком с майонезом, колбаской, как это самое страшное отравление для животных, как бы пищевое, сорвать печень, особенно щенкам маленьким, ну, собакам, котам, и особенно щенкам маленьким очень страшно. Это самая большая опасность пищевая, это вот накормить собаку со стола. Не только собаку, кошку и так далее. И хомячка. И хомячка тоже. Да, я еще хотела сказать по поводу наших праздников. Люди выпивают, люди берут выпившие берут животных на прогулку. То есть, и бывают всякие вот неприятности. Они или удержать животное не могут, или же сами немного неправильно себя ведут. Поэтому в семье должен быть трезвенник, который будет за этим наблюдать, чтобы не было вот неприятных ощущений, потом осадка, или собака убежала, или кого-то покусала. Вот поэтому выпившие компании тоже вот надо стараться как-то вот избегать. Алкоголь и собаку как-то это несовместимо. Я разумею, что це велика проблема, якщо ви говорите про неї на широкий загал. Так. Наш малюк заснув. Для чого ви його розбудили? Щоб посмотрели, який він у нас красивий. Да? Він, йому так добре було в цьому кошику. Я хочу показати, що от такий у нас красавець є. Да. Скажіть, будь ласка, а ось, наприклад, як зустрічати свято зі своїм улюбленцем? Годувати зі стола не можна. Гуляти треба обережно,
чимало обмежень. Якась радість у свято буде ось цим малюкам. Як можна їх порадувати і створити свято для них? Саме большой праздник – це їх любити і хранити їхнє здоров'я. Правильно. И тогда они, соответственно, вам подарят любовь, дружбу и все остальное. А если мы будем прибегать к таким, кинуть под стол колбаску или еще что-то, особенно я думаю, это не лучший вариант. Гости это любят делать очень сильно. Задобрить хозяйскую собаку. И начинается вот это вот, особенно съел ляшечку от окорочочек, а надо же поделиться обязательно с животным. Обязательно надо именно косточку дать под стол. Вот это очень чревато, именно когда вот наши любимые гости начинают заискивать перед... Фартовый хочет сесть... Нет, он с девушкой хочет познакомиться. Я хотела сказать, что, скорее всего, надо ограничить пьяных, выпивших гостей от наших питомцев, любимцев и котиков, и собачек, потому что могут же и гости пострадать, и поцарапать, и покусать. Вот это очень важно. Ну да, потому что животные очень сильно чувствуют выпивших людей, и им запах алкоголя совсем не нравится. Вот пошли погулять. Пішов гуляти. У нас тут в студії такі веселищі відбуваються. Це може відбуватися і під ялинкою, тож треба оберігати малюків, таких дуже... Вони прагнуть знання отримати. Так, проводочку треба обов'язково, тому що у нас много ілюмінації, то есть новогодніх огней, і всі у нас зараз, вот, пожалуйста, порядки наводять. Не подобається покривати. Ні, йому просто гратися хочеться. Очень важливо наблюдати ще за елочкой, за натуральной, потому что самое страшное, это когда собачка или котик накушается хвойных иголочек. Их фактически на УЗИ не видно. И потом, когда собака отказывается от еды, она... Не зрозуміло, в чому справа. И люди долго думают, ну вот подождем, вот посмотрим, что... Значит, надо не забывать обращаться к ветеринару вовремя, чтобы оказать первую помощь и вовремя оказать ее. Отже, перше правило того, хто святкує Новий рік із домашнім улюбленцем. Точніше, не перше. Надо бути дуже уважним. А головне, бути дуже уважними, спостерігати. І якщо бачите, що поведінка або стан здоров'я домашнього улюбленця не відповідає нормам, відразу до ветеринара. Зразу дзвоніть ветеринарному врачу. Наша клініка буде відповідати навіть на Новий рік, якщо треба. Зрозуміло. Ані, ну ви так сумно сидите, засумували, але я знаю, що ви готуєте подарунок для своєї домашньої. Ми вже приготовили. Буде все ж таки подарунок. Буде, звісно. Це не ковбаска. Піщащі ігрушки для малышні, для постарших вкусняшки. Отже, ковбаска тут не допоможе, як і новорічний салат олів'є, але подарунок зробити можна. Я зроблю маленьку поправку. Для маленьких і крупних животних, відповідно, треба мати правильний підбор вкусняшок. Тому що є вкусняшки, які можна маленьким породам, зроблю поправку для всіх. І є те, що можна великим породам. Бичий можна? Що можна подарувати домашньому улюбленцю в Новий рік? Це вкусняшки. Вкусняшки, ігрушки. А самое главное, мне кажется, больше внимания и больше прогулок. Вот, пожалуйста. Ух. Вот так вот. Начинаем охранять. А ты не лови. Ну что ж, программа добегает кінця. Давайте поделимся своими побажаниями и с нашими глядачами. Ну, как всегда, быть более внимательными, вот, любить животных и соблюдать правила выгула животных, вот, и также хорошего всем обязательно настроения, вот, и чтобы все были такими же добрыми, люди, которые держат животных, это уже говорит, что человек добрый. Вот, поэтому побольше добра, будет побольше добра, вот, я думаю, и будет больше у нас праздников. Девчата, ваши слова. Я бы хотела сказать, что надо их вовремя выгуливать и вовремя кормить. То есть праздник праздником, а если у вас есть животные, это очень большая ответственность. Вот, и чтобы они не пострадали, чтобы потом их не искать ходить по улицам, это очень важно, потому что они дороги нам, сердце дороги. И мы все порой отказываемся там сами по себе от многих вещей, что ради
них, ради животных, купить им кусочек мяса, купить молочка, купить витаминки. Вот, они нам дороги, как бы, и в новогодние праздники, да, свечи, гирлянды, все это очень опасно. Анечка. Я хотела пожелать каждому, у кого есть хозяин, чтобы они были всегда счастливы и любимы, а каждому животному, у кого его нет, в новом году его найти. И, Дмитрий, вам, как ветеринарному лекару, на останок... Мне очень хочется сказать одну вещь. В последнее время участились очень много отравлений, именно не биологического характера, а именно химического характера. Ну, у нас, скажем так, я думаю, что в этом деле участвуют определенные люди, чтобы они все-таки посмотрели, оглянулись, что они делают. И не только бродячие собаки страдают, но и собаки те, которые находятся и в частной собственности. Но одно «но». Я не разделяю ни домашних, ни бродячих собак, потому что это неправильно, это некорректно со стороны врача. И они больше первое-наперво, они не травят бродячих собак. Бродячая собака развернется и уйдет, а вот эти первые подберут, к сожалению. Ну що ж, наближається одне з найочікуваніших свят цілого року, Новий рік. І дуже важливо пам'ятати декілька основних правил під час утримування домашніх улюбленців, щоб свято для них також було одним із радісних і приємних днів, коли господар приділяє їм більше уваги, дарує їм більше любові. Уникайте небезпек і святкуйте весело.